Всем привет, дорогие друзья! Кто впервые зашел на канал, я живу в Дагомысе, 12 километров от Сочи. Зовут меня Людмила. Посмотрите до конца этого видео, будет интересно. Погода преподносит иногда такие сюрпризы у нас, что диву даешься. Смотрите, какой смерч над морем появился. Всем привет! Сегодня море вот такое, я вам хочу показать. Дорогие друзья, буду ждать. Должен быть смерч над морем. Хочу вам его снять. Так надвигается. Вот такое небо делается у нас. Небо, вот такое море. Некоторые спокойно еще купаются, а некоторые уже собираются. Потому что кто видел смерч, это страшно. Это в момент ветер страшенный. Все летит, и ты летишь. Поэтому желательно в него не... Всем привет! Смотрите, над морем какая появилась туча сначала. А потом будет смерч. Ждем. Люди быстренько одеваются, потому что он может в момент начаться. Что интересно, там светло, а здесь вот так. Все небо показано. Смотрите, как интересно. Всем привет! Люди резко начали уходить с пляжа, потому что небо вот стало вот таким. Как ни в чем не бывало, люди все собираются. Кафе у нас здесь вовсю работает. Вот там таджикский плов, видишь, шашлык. Сейчас мы пойдем в кафе «Ласточку». Вот это я стою. А вот это вот мы заходим в кафе «Ласточка». Кстати, она отмечена значком TripAdvisor. Если вы знаете, конечно, все знают это. Есть такой сайт, и если вы приедете, обязательно увидите значок этот. Лучшие кафе у нас на берегу моря. Всем доброго вечера и до завтра. Спасибо всем за просмотр, за лайки и комментарии. Пока-пока.